Привет, это Леха. Вот, собственно говоря, X16 50-кубовый. Сейчас покажу, как настроить карбюратор, поднять обороты. Итак, для этого нам сначала нужно его завести. Вот. Берем отвертку плоскую, и вот здесь вот находится винт. Вот этот вот винт. По часовой стрелке его проворачиваем. Слышите, мы поднимаем обороты. Против часовой стрелки мы их убавляем. Соответственно, если у вас глохнет техника, надо поднять обороты, крутите по часовой стрелке немного. Или убавляете. Если он едет без вашего вида.